Всем привет, с вами Александр Ровер, и сегодня мы не будем играть в чашку Петри. Сегодня я покажу вам скрипт, который автоматически изменяет цвет шарика в интервале 10 секунд. Вы можете наблюдать в данный момент, как мой шар меняет цвет. Сейчас посмотрим, как это выглядит на стандартных настройках. С самого начала я хотел сделать так, чтобы цвет менялся каждую секунду, но как оказалось, чашка Петри распознает такое поведение, как использование скриптов, поэтому пришлось увеличить временной интервал, и путем экспериментов была найдена оптимальная задержка в 10 секунд. Сейчас я расскажу, как этот скрипт работает. Первая функция берет целое число из диапазона минимум и максимум, это случайное число. Диапазон от 1 до 126, потому что цветов всего 126. Переменная stime хранит в себе целое число, которое мы используем как интервал времени между сменой цвета, 10 000 миллисекунд, что равно 10 секундам. Функция setInterval устанавливает интервал выполнения функции changeColor, которая описана ниже. Интервал составляет все те же 10 секунд. И последняя функция changeColor самая основная. Она содержит переменную playColor с целым числом, что в свою очередь является идентификатором цвета. Дальше мы видим переназначение переменной stime функции getMinMax, которая опять берет для нас целое число, но уже в диапазоне от 10 000 до 20 000. Это сделано для того, чтобы работа скрипта не выглядела чересчур роботизированно. И последняя функция sendCal посылает код цвета шарика. Если уменьшить временной интервал между сменой цветов, то мы можем наблюдать, как нас кикают с сервера. Попробуйте сами поэкспериментировать с временем. Пишите в комментариях свое мнение о данном скрипте. Если данное видео для вас было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь, будет еще много чего интересного. Всем пока!